Мелітопольські спортсмени привезли додому 18 медалей. Саме такі добрі результати вони показали 18 лютого під час турніру з кіокушинкай карате «Білий тигр», який проходив в Дніпрі. Змагання зібрали більше 100 учасників з різних куточків України. Основна задача цього турніру була обкатати новичков, то есть в состав тех ребят, которые принимали участие, вошли ребята, которые практически без опыта соревновательной деятельности. Основной состав сейчас готовится на соревнования чемпионат Украины, который пройдет 25 марта в городе Луцк. Особенностью этого турнира было то, что он был и для новичков, и для опытных спортсменов. В нем могли принять участие и те ребята, которые только начинают свои занятия карате, начинают только выезжать на соревнования и соперничать с такими же ребятами по опыту, как и они. Поэтому наши ребята, многие из тех, кто только начинают, приняли участие в этом турнире. Ну и хорошо показали хороший результат, все достойно выступили. Зайняли свої призові місця. Мелітопольські каратисти показали високий рівень підготовки. Воспитанники тих тренерів, яких я воспитав, образно говоря, з пеленок, показують вже результат. Тобто у нас вже пішло друге покоління дітей, які показують результат на турнірах різного рівня. Наставники наших спортсменів стверджують, що під час змагань мелітопольські єдиноборці переживають один за одного та вболівають за перемогу товаришів. Команда держалась дуже плотно, допомагали друг другу, тому якихось складностей у нас не виникало. Ребята друг друга підтримували, готували к виходу на татамі. Конечно же, после боя поддерживали, потому что не каждый результат был удачным. Но это все равно опыт и все равно результат. Мы держимся одной командой, все плотно. Все дети там помогают друг другу, готовят. Мы даже тренера бывают уже, просто выводим и все. Уже дети там одевают, уже все помогают. Уже сформированная команда, поэтому опытные ребята уже готовят новичков, уже те, которые еще не знают, что это такое. У випадках, коли не вдалося дістати перемогу, юні атлети не засмучуються, бо розуміють, що попереду ще багато можливостей для більш успішних виступів. Кожному спортсмену є особливий підхід. Кожному потрібно по-своєму розказати, об'яснити, щоб діти розуміли, що спарринги – це потрібно дратися, виігрувати, а некоторые детки боятся бить других, потому что их учат, что нельзя обижать. Это совсем другое, нужно им объяснить, подготовить, подойти к этому. Во время тренировок мы над этим тоже работаем, объясняем им. Не только физическая подготовка, но и моральная, духовная. Самі ж юні спортсмени задоволені участю в змаганнях та говорять, що будуть більш старанно тренуватися у своїх секціях. Забули моє перше соревнування. У меня было пару боев, соперники были очень слабые, но я их победил и занял первое место. Спасибо моим тренерам Жернюку Андрею Николаевичу и Зинченко Анатолию Юрьевичу. Мне очень понравилось, было весело, интересно. Мне было не очень сложно, потому что я стараюсь на тренировках. Я занимаюсь карате, потому что я люблю защищать своих друзей, если на них кто-то нападает. Попереду у мелітопольських каратистів ще багато іспитів на майстерність, і вони вже готуються до наступних змагань.